Привет, друзья. Так, немножко у нас потеплело. Сильные морозы прошли. Неделя была. Там минус 20 ночью. Сейчас вроде посмотрели по прогнозам. Дело к весне. И вроде таких сильных не будет морозов. Ни по ночам, ни днем. Погода солнечная. Поэтому решили маток с ягнятами выпустить побегать на просторы с хлева. Им, конечно, это раздолье, они бегают, резвятся. Им все нравится. Наша молодежь. Доленьки еще далеко, я так понимаю. Эти наши мелкие ремонтные. Вот одна покрупнее, вот эта яркая. Ей уже году скоро. Но она чуть помельче, чем вот эти, которые мы уже объединили с бараном. Ее через пару месяцев, наверное, пустим к барану. А эти молодые еще вот на ближнем фоне. Коричневый, темно-коричневый. Это рябая белая. Они майские. Им еще к осени, наверное, пустим с бараном. А эти вот осенние, там на заднем плане, барашек ярко. Такие у нас сугробы на навесах. Ну, выдержали. Правда, впереди еще... Ну, еще декады февраля, еще... И в марте могут быть осадки. Замучили уже эти снег. Это безумие в этом году. Скорее бы уже начал таять, что достало. И зима, и все такое. Эти две матки у нас поздновато покрылись. Вымя уже достаточно набухшие. Но еще вот с таким интервалом получается. Этим уже, ну, наверное, недели по три ягнятам. А эти еще даже не катились две. А эти две уже ярославская. В следующий заход пошла. Но мы туда Степочкин покрывали, просто сюда пустили. Мы их примерно один рацион у них. И этот жирафик наш. Надеюсь, тоже уже покрытый. И баран с ними тусуется. Наш лосяра. Первой линии барана. Там на втором плане. Вот этот белый барашек слева, который... Мордочка такая, как будто губки улыбаются. Очень забавное выражение лица. Три ярочки вот эти желтыми бирками и с голубой бараш. Ну так, такие новости. Все, всем пока.